Доходная часть самарского бюджета пополнилась более чем на 1 миллиард рублей. Это средства вышестоящих бюджетов и собственные доходы города. Решение, куда направить эти деньги, принимали депутаты городской думы при участии главы Самары Елены Лапушкиной. Больше всего средств будет направлено на ремонт и реконструкцию дорог и устройство ливневой канализации в разных районах города. На обеспечение жильем отдельных категорий граждан, ежемесячную выплату молодым педагогам, предоставление питания школьникам 5-11 классов из многодетных семей, а также другие социальные и инфраструктурные нужды. Это позволяет нам выполнять качественные показатели национальных проектов. Все изменения носят социальный характер. Есть пополнение за счет собственных доходов. Впереди работа, впереди, так сказать, опять пополнение бюджета. Вот. Это и новые места в образовательных организациях, это новые отремонтированные дороги, тротуары и много-много другое. На заседании Думы перераспределили и уже имеющиеся средства. В 2024 году на сумму 530 миллионов рублей. Дополнительные деньги также будут направлены на социальные статьи расходов. Дополнительные средства в 2024 году предлагается направить, как уже было сказано, на реконструкцию здания театра для детей и молодежи «Мастерская» на улице Чернореченской, на предоставление субсидий внутригородским районам на организацию благоустройства территорий, организацию предоставления услуги «Социальное такси», предоставление ежемесячной денежной выплаты и компенсации расходов за наем жилья отдельным категориям медицинских работников. Таким образом, доходы бюджета на 2024 год составят 47 миллиардов 646 миллионов рублей. Также парламентарии пересмотрели бюджет на плановый период. Планируется, что в 2025 году доходы и расходы городской казны составят 40 миллиардов 72 миллиона рублей, а в 2026 – 39 миллиардов 869 миллионов рублей. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.